Коллеги, с нами главный тренер Салават Юлаева, Томми Ламса. Мистер Ламса, please, your commentary about the game. Thank you. Today, a little bit like a slowly start, even we scored first goal for this game, but it was a little bit slowly start for us. I think I need to say that opponents started well. They played aggressive, they were speedy, they played good hockey and I think one thing was like the small rink. It was a little bit problem for us. But I think today the key moment for the game was when we scored our second goal. Manninen scored a goal, and after this one we started play like how I want that our team play this game, and we started to control the puck better, and we created chances. We started the battle. We were a little bit faster, and we were today also. We were really, really effective team. So after second goal, I'm really satisfied how we played today. Good goalie again. There was only one black moment when opponent scored those two goals. But after this one, how we came back, I really need to say that I'm satisfied how team respond. And really good team win today. Ну что ж, сегодня была для нас такая очень хорошая командная победа. Но если начинать с самого, так скажем, еще раз начала, то мы очень медленно матчи начали. К сожалению, соперник у нас переиграл в компоненте. Возможно, сказался маленький лед, потому что пришлось привыкать. Затем в игру уже лучше вошли, и я думаю, что мы начали играть так, как я и хотел, уже после того второго гола, который мы забили. У нас стала получаться наша игра, мы стали эффективно свои атаки использовать, мы стали лучше свои шансы реализовывать. А вот с этого места мне понравилось, как мы так и хотели сегодня играть. А в начале, конечно, немножко медленно мы начало матча провели. Также отмечу сегодня хорошую игру голкипера. Хорошо сыграли. Да, меньшинство сегодня также дважды забили, но я думаю, что в общем мы сыграли достаточно хорошо в этом моменте. Что еще отмечу? Отмечу, что сегодня мы снова показали характер, и то, как мы сегодня в игру вернулись, это то, как то именно командное взаимодействие, которое мне сегодня нравится как тренеру. Спасибо, Юрий. Коллеги, есть ли вопросы к наставнику гостей? Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакарсеть. Первый вопрос. Расскажите о плане на первый период. Он был довольно медленным до того, как забросил Ларсон. What do you think about first period? And what about plan of the game? Because first period was really, really slowly of your team. So before Larsson shot the goal, so it was a lot of problems for your team. Yeah, because I don't know. We need to check what we did yesterday and today. But it's been like last season same. It was really, really hard to come here. And I think one thing is like I said before, small rink. It's a game is different, and this team here, they know how to play, and I think they're preparing for the first 10 minutes. They want to score some goals and take advance. But today, like I said, we played really good defense. First period, even offense was difficult, but I really need to say that defense was really good. Я думаю, что все-таки повторюсь, но именно площадка влияет в этом моменте, потому что соперник хорошо подготовился к началу встречи, хорошо теперь 10 минут провел, активно провел с желанием забить нам гол. Мы, что и в прошлом году, что и в этом, имели такие проблемы именно на этом льду, но если говорить в общем и целом, то считаю, что мы неплохо в дальнейшем матч проводили, и то, как, да, в первом периоде, наверное, наша защита играла лучше, чем наше нападение, но это все-таки стоит не забывать, потому что соперник тоже к матчу хорошо готовился. Меняли тактику на третий период с учетом того, что Диц был удален на 10 минут? Made some changes in your tactic in the plan because Diz have 10 minutes penalty? No. Нет, никаких изменений не было. Прокомментируйте подряд три удаления в третьем периоде. И будет потом еще последний вопрос. Three penalties in the row of the third period. Just your comment about the situation of your team discipline. I didn't see Kralu penalty. It was a bad angle, but Hartikainen penalty, it was only bad luck. He tried to shoot the puck, and I really hope that our guys, they want to score goals, and it was, like I said, it was only bad luck. But Kralu's penalty, I didn't see, so... Удаление...
Удаление граунда, к сожалению, не могу прокомментировать, не видел. А что касается удаления Хартикайна, я думаю, здесь такое стечение обстоятельств неудачи на наше поле, потому что он просто по шайбе играл, и так получилось. Ну, в общем, хочу отметить, что наши ребята хорошо себя проявили на компоненте. И последнее. Сегодня Хартикайнен установил новый рекорд для финских игроков по очкам за одну регулярку. Ваш комментарий на этот счет. Спасибо. Хартикайнен achieved new record for Finnish players in KHL for one regular season. So your comment about this achievement? It's what can I say? Unbelievable job. His career in Ufa, Salavat Yulaev, he's been doing a long, long time. Good job. That's kind of like a reward for him for the long, long, long job and big hard work and hopefully he continues same way. But really good job, and I really want to congratulations for him. Ну что ж, его с большим желанием поздравляю, потому что это огромнейшее классное достижение, которое Хартикайну удалось достичь. Скажем так, отмечу, что он много лет в Салават Юлаеве играет и всегда играет с полным сердцем, всегда отдается команде. И я считаю, что здесь, в этом компоненте, за свое трудолюбие он как раз-таки и был награжден вот этой хорошей статистикой, которая ему сегодня покорилась. Поэтому надеюсь, что он продолжит в том же духе играть, и у него все будет только лучше и лучше. Здравствуйте, Денис Тейпов, Горобзор.ру. Объясните, пожалуйста, почему так много играет Владислав Картаев? По всем показателям он худший центр в команде, вроде не молодой. Какая логика? Can you say about logic of Kartaev today playing? Because he's not, as he said, he's maybe worst player as center in your team. Bad statistic. Why you choose Kartaev? No, I have a different opinion about this one. And this unit played well today. Like I think Kartaev really can help these guys like Amir and Kukas. По поводу Картаева у меня противоположное мнение. Я считаю, что сегодня его тройка хорошо сыграла, поэтому они себя хорошо проявили, поэтому с вами в этом моменте не согласен. Есть ли еще вопросы? Есть, да, у меня второй вопрос. Вы проиграли второй период, перед выходом на лед показывали по телевизору, вы стояли возле раздевалки с легионерами и так долго очень смеялись. Может быть, проиграли, потому что расслабились после первых 20 минут? Before second period you have some chat with your import players, smiling. Maybe it was reason why you lost second period. Just comment about this situation. Yeah, could you repeat? Before second period you have some chat with your import players, smiling, some jokes, good mood, I suppose. So what did you say your players, and maybe it was the main reason, not so too serious for second period? The big thing here, we tried to do our best. I really trust our guys, and they tried to do their best already first one, but like I said, it was a hard 20 for us, and I really believed and I knew that we can play better. So only thing is keep the atmosphere good. And but boys, really, we spoke of the first one, and all we knew that it wasn't good enough and we need to go better at. And I think, like I said before, team respond really well today. I'm really satisfied. Еще раз повторюсь, команда сегодня очень хорошо ответила своей игрой на все вот эти вызовы сегодняшние, хорошо себя проявил, а я лишь пытался поддерживать хорошую атмосферу, потому что мы все прекрасно понимаем, что у нас мы можем играть лучше после первого периода, и поэтому здесь ничего такого особенного нет. Так что мы старались лишь поднять настроение и понимали, что мы можем сегодня выиграть и сыграть лучше, чем в первом периоде. И последний вопрос. Расскажите, за счет чего Салавату удалось так прибавить в 2021 году? A few words about good shape and condition of Salavat Yulaev in after New Year this period, because your play right now is very good. Currently, yes, we're playing well, and we have a kind of good atmosphere inside the team. We work hard every day, and I think the main thing is at the moment, boys really believe what we are doing at. They can feel that when we follow our plan and we
we preparing well and we work together, so we have a really good chance to take some wins and reach something during this season. And I think it comes from inside the team. Leaders do their job, and like I said, we work really hard every day. That's teamwork. Я думаю, что все это идет изнутри команды, потому что лидеры себя хорошо в раздевалке проявляют, команда трудолюбиво работает, мы все придерживаемся игрового плана, все верят в то, что мы, как мы хотим играть и то, как мы играем, поэтому в совокупности все это, наши тренировки, вот эта вера, они в совокупности дают нам тот результат, и теперь у нас есть шанс как можно выше забраться, достичь чего-то в этом сезоне в плане турнира таблицы, поэтому я думаю, вот эти составляющие конкретно вот этого момента сейчас. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Коллеги, с нами главный тренер Барыса Юрий Владимирович Михайлис. Пожалуйста, ваши комментарии по прошедшей игре. Ну, скажу так, первый период понравился сегодня. Здорово сыграли и успевали накрывать соперника, и плотность была. Второй период реализовали 5-3, 5-4. Ну и потом где-то у нас дисциплина начала разваливаться. Нельзя против таких команд, да против любых команд, нельзя так играть. Надо играть дисциплинированно, терпеливо. Если мы хотим положительный результат, нам надо терпеть. Спасибо. Спасибо, Юрий Владимирович. Коллеги, пожалуйста, поднимайте руку, задавайте вопросы. Коллеги, есть ли вопросы к Юрию Владимировичу? Коллеги, я еще раз спрошу, есть ли? Давайте я задам тогда. Пожалуйста, Динар. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки, скажем так, переломным моментом, как вы считаете, стал, ну, тренер Салавата считает, стал забитый ими второй гол? Вы как бы знаете? Да, я соглашусь, да. Простая ситуация, мне нужно было бы, скорее всего, наверное, забросить шайбу в зону и поменяться, тем более уже игрок. Пятый игрок у нас вышел, где-то смена была бы, и уже посвежее ребята вышли бы. Кажется, я, да, соглашусь, что это пилон. По поводу удаления Даррена, мы видели момент, там он заступился за Никиту, как я понимаю. Видели ли вы? Нет, я не видел этот момент, потому что я спрашивал тренировку. Надо видео посмотреть, уже разбираться будет завтра. Завтра, да. Да, вот с коллегами обсуждали, что две шайбы были забиты после ошибок Блэкера. Как вы прокомментируете, будете ли какие-то меры предпринимать? Ну, посмотрим, какая ситуация там была и как это все. Нет, может быть, технически, может быть, отскочил. Не специально же это делал. Давайте завтра спорим, уже будем принимать решение. Угу. Все, спасибо. Спасибо. Коллеги, будут ли еще вопросы? Еще вопрос. Это Артур Шишига и издание «Спутник». Я коротко хотел уточнить насчет и игры в защите. Уже второй матч подряд, а защита Бориса выглядит неважно. Хотелось бы узнать, что ведется ли какая-то работа вот в этом направлении, происходит ли разбор над ошибками, и является ли то, что сегодня Алекс был вне состава, как раз-таки результатами, да, каких-то дисциплинарных мер по отношению к защитникам? Ну, скажу, работа над ошибками ведется, и то, что мы пропускаем эти две игры, и сегодняшняя игра, подтверждение той игры, которую мы проиграли Акбарсу, да, ошибки в обороне у нас есть, и мы на тренировках работаем, видео просматриваем, и ребятам показываем, так что надеюсь, в будущем у нас этих ошибок не будет. Спасибо. Коллеги, будут ли еще вопросы? По поводу Алекса, не ответили, интересно вам, да? Ну, по поводу Алекса, да, дали передохнуть немножко, да, начал допускать ошибки, и, может быть, как раз вот перезагрузка, делиться ему немножко, и, скажем, следующий игре, скорее всего, не будет. Спасибо, Юрий Владимирович. Если вопросов больше нет, мы закончили. Спасибо, до свидания. Да, если вы готовы, пожалуйста, работаем. Александр Алексеев, защитник. Пожалуйста. Благодарю. Стул один. Здрасте.
Александр, пожалуйста, ваши комментарии по прошедшей игре. Хорошо сыграли. Начало, считаю, было немного медлительное. Борис нас поддавил немного первые 10 минут. Потом уже, считаю, что перевели игру на широкий и выиграли. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакарсеть. Томми Ламса говорил о том, что у Салавата проблемы при игре на канадской площадке, связывал в том числе с этим плохое начало. Что скажете на этот счет? Действительно ли есть такая проблема? Да, блин, не считаю, что это проблема какая-то глобальная, но было немного непривычно ребятам, ну, вообще всей команде как бы играть на такой маленькой площадке, но потом уже свыклись, и все было хорошо, я считаю. У Бориса до этой игры было в 16 матчах 12 побед. На что обращали внимание в подготовке? Ну, в основном, как они на контратаках работают и как идут давление. Я считаю, что тренера сделали хорошую работу. И мы учились на видео, так сказать. И все. И выиграли игру. Последний вопрос, он не совсем по матчу. Вы давали интервью в одном из перерывов, да. И оговорились, сказали «Акбарс» вместо «Борис». Это вы все еще вспоминаете перепалку в зеленом дерби? Да нет, я уже забыл про это. Я просто не знаю, как-то на эмоциях, может, не знаю, устал немножко. Окей, у меня все, спасибо. Нервничал. У меня есть вопрос. Здравствуйте, Денис Тейпов, Горобзор.ру. Александр, может быть, сегодня как раз и помогла вот эта вот канадская площадка более привычная для нас, для вас такую шикарную шайбу забросить? Спасибо. Да не знаю, ну, мне вначале так немного тоже непривычно было, но потом освоилось, там Куги хорошо воевал бросковую, и там уже оставалось только завершить. Спасибо. Есть еще вопрос. Александр, ну, вот ну, не можем не возвращаться к теме с Вашингтоном, потому что ну, она самая обсуждаемая. Расскажите, как вы остались, потому что когда руководители говорили о том, что вы можете уехать, они сами не понимали, вы уедете, не уедете. Это ваше решение, решение Вашингтона. Можно как-то подробно рассказать, потому что ну, это самая горячая тема? Да, поговорили с тренером там в Вашингтоне, который отвечает за молодых проспектов. И он сказал, ну там вся организация Вашингтона, там генеральные тренера главные, сказали то, что для меня лучше здесь развиваться как игроку, получать хорошее игровое время, то есть набираться игрового опыта. И в принципе все. Ну, вы сами рады тому, что остались и не поехали за океан, и ну, следите за Вашингтоном вообще, сезон ну, конечно, начинается. Нет. Вот они уже сейчас первую игру вроде сыграли, и я очень, на самом деле, рад. Здесь потрясающая атмосфера, болельщики просто лучшие в лиге, я считаю. И очень классно вообще то, что осталось. Для меня это как для игрока вообще, я считаю, отлично, шикарно. Играть во второй лучшей лиге в мире. Расскажите про работу с защитниками в команде. Кто ее проводит и чувствуете ли вы от нее прогресс? Может быть, кто-то индивидуально или общие упражнения помогают так развиваться? Ну, Николай Леонидович Цулыгин отвечает за защитников. Я считаю, что делает хорошую очень работу. Там, на тренировках мы делаем какие-то упражнения, делимся нападающие защитники там, на полузоны и ну, работаем над какими-то компонентами игры, и считаю, все очень хорошо получается, и потом это воплощается в игре. Спасибо. Будет ли еще вопрос? Спасибо, нет вопросов. Да. Спасибо. Спасибо, Александр. Мы закончили. Спасибо большое. Александр Кадейкин, нападающий. Салат, пожалуйста. Онлайн. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Пожалуйста, ваши комментарии по прошедшей игре. На самом деле, непростая игра была. В принципе, начали немножечко привыкали к площадке, немножко за своей спецификой игры. В общем, забили для начала. Ну, хороший момент там реализовали, но потом вот эти два удаления пришлось так выкарабкиваться. Вот. Ну, хорошо, что все закончилось так хорошо, поэтому ну,
хороший опыт для нас. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Здравствуйте, Замат Шулуков, Медиакорсеть. Вы сказали о специфике игры на канадской площадке. А можете уточнить, что имелось в виду? В принципе, сейчас же уже у многих клубов канадка есть. Да, Замат, здравствуйте. Ну, я не знаю, ну сколько клубов у нас в лиге с канадкой? Ну, 6, по-моему. Ну, 6 команд, ну, из 20 все равно мы более привыкли уже на финке играть. Ну, ладно. Ну, специфика какая? Надо поменьше поперечных передач отдавать, все вперед, да, потому что тогда игра будет быстрее продвигаться вперед. Потом не ошибаться, нельзя терять там средняя зона, синяя линия, нельзя легко терять шайбу, потому что ты не успеваешь исправить эти ошибки, да, то есть, например, если там на европейке, на финке где-то еще есть время там исправить что-то, ткнуть клюшку, там сделать там два шага и чуть перерезать дистанцию там к воротам, то здесь уже любая ошибка, любая неточная передача, она уже приводит к такому к опасному моменту. Вот, ну такая вот основная специфика, вот, потому что много вначале начали отдавать, играть в пас, играть на коротке, да, то есть соперник играл близко, и это все не проходило. Как начали только играть пошире, все вперед, заранее бежать полегче стало. То есть поэтому примерно за 12-13 минут был всего один бросок в створ. Тяжело, то есть привыкнуть было, и соперник давил. Вначале? Да. Ну, наверное, да. Ну, потому что как бросать? Ну, от своих ворот особо не бросишь, поэтому до чужих мы не добегали. Ну, поэтому все просто. Что скажете о спаде в начале второго периода? Что пошло не так? Спад в начале второго? Ну, да, там были удаления, и до удаления пропустили еще. Ну, тяжело сказать. Да, наверное, просто перестали ножками двигать, чуть остановились. Есть моменты, когда ты контролируешь игру, а есть моменты, когда ты начинаешь ждать, там, да, что произойдет. В общем, наверное, это и произошло сразу. Ну, вот дождались, там сразу два удаления. Начали играть очень... Ну, там, в принципе, ну, такие моменты, такие ошибки, они как раз-таки, может быть, вот из-за того, что, может быть, подумали, что легко будет все складываться, вот, начали так больше играть, чем работать и концентрированно выполнять задания. Ну вот, поэтому из-за этого удаления и пропущенные шайбы, конечно, отдали инициативу. Подряд 7 игр вы выигрываете более 50% вбрасываний, за счет чего вам удается держать настолько высокий уровень и так долго? Ну, не знаю, ну, тяжело сказать, ну, стараюсь. Стараюсь, концентрируюсь, вот. Смотрю, как центральный соперник играет. То есть, если вначале начинаю проигрывать, где-то начинаю там... посматривать, как улучшить, поэтому, ну, просто, можно сказать, заморачиваюсь просто над этим и все. А видео не изучаете перед матчем? Нет, видео не изучаю. Ну, так тоже, на самом деле, игры идут через день, и тяжело. Если честно, ну, сейчас только восстанавливаться, да, то есть время есть, поэтому немножечко, наоборот, стараешься отдохнуть и как-то, ну, переключиться. Ну, okay. Если еще центральных изучать, ну, не знаю, голова сопьется. У меня все, спасибо. Коллеги, будут ли еще вопросы? Да, есть вопросы. Александр, здравствуйте. Денис Тейпов, Горобзор.ру. У вас новая тройка с Джеффом Плеттом, и, по-моему, прям он идеально вписывается в ваше звено. Можно сказать, что вот он по стилю игры прям, ну, действительно идеально вам подходит? Денис, здравствуйте. Да, ну, не знаю, ну, тяжело сказать, прям по стилю, не по стилю. В принципе, что Володя, что Джефф, ну, такие крайние, которые любят борьбу, любят единоборство, вот, поэтому любят их выигрывать, да, то есть не просто там любят не вступать, а именно выигрывать единоборство, поэтому... конечно, нам легче, когда мы выигрываем единоборство, мы больше владеем шайбой, и мы создаем больше моментов. Вот. Ну, конечно же, Джефф, ну, высококлассный игрок, поэтому, в принципе, как и многие в нашей команде, вот, и поэтому здесь как бы хорошо, что сейчас идет, ну, надо просто держать эту планку. Ну, вот я спрашивал у тренера, на ваш взгляд, за счет чего Салават так прибавил в 2021 году? Наконец-то все игроки поняли систему и то, что требует тренер?
не знаю, тяжело сказать тоже, как-то здесь на моменте после игры так и проанализировать там все игры. Да, на самом деле много факторов, как бы это не звучало, может быть, немножко странно, но и последствия ковида так уже немножко забываются, да, вот эта корона-пауза наша, вот, потому что и здесь уже и нагрузились, и отдохнули по несколько раз, поэтому немножко так стабилизировалось состояние, его не надо там постоянно ловить, да, сейчас немножко так физическая форма нормально. Вот, ну и вернулось, наверное, понимание, да, когда ты в нормальной физической форме, тебе и выполнять и тренерские задания проще, и завершать моменты проще, реализовывать моменты, вот, поэтому я думаю, много-много факторов, я, конечно, после игры так сразу не скажу, что вот именно, что у нас что-то поменялось, да, и мы там в какой-то одним утром там хорошим проснулись, и у нас все пошло, да, то есть как бы много-много факторов срослось. Будут ли еще вопросы, коллеги? Да, есть последний у меня вопрос. Ну, Салават поднимается по турнирной таблице вверх. Вы вообще смотрите на турнирную таблицу? Насколько важно какое-то там место наверху занять? И смотрите на соперников, потому что уже так потихонечку подходит рубрика, если завтра плей-офф и с кем играть? Ну, так, может быть, краем глаза смотрим, конечно, потому что интересно. Ну, и я думаю, всем надоело уже там на пятом-шестом месте заканчивать регулярку, да, хочется и повыше, и дома начать сезон, вот, поэтому, конечно, смотрим, конечно, там, следим за таблицей, вот, но, с другой стороны, от того, что смотрим мы или не смотрим, ну, это не отменяет самого главного, надо выходить, набирать очки, надо выигрывать, что прямых конкурентов, что из западной конференции, что там записанных аутсайдеров, поэтому, ну, от этого суть дела-то не меняется, вот, ну, так, конечно, посмотрим. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. С нами защитник Бориса Самат Даниэр. Самат, пожалуйста, ваши комментарии по прошедшей игре. Мы провели такую, можно сказать, хорошую игру, но отдали ее сами на своих же ошибках. Должны были выигрывать эту игру, но начали удаляться, и эти удаления привели к голам, и мы отдали просто, можно сказать, нашу игру. Спасибо, коллеги, пожалуйста, вопросы. Коллеги, будут ли вопросы? Ну и напоследок еще разок спрошу, коллеги, нас хорошо слышно, будут ли вопросы к Самату Даниэру? Будет короткий вопрос, Артур Шишига и издание «Спутник». Как вам сегодня, да, игралось после перерыва? Какое-то время вы не играли за Борис, играли за Номад. И в целом, ну, эмоционально вы не переживали, не думали, когда вернетесь в состав Бориса? Не более таких переживаний? Да нет, все было хорошо, все было в рабочем режиме. Я готовился с командой, сыграл за Номад две игры, поэтому состояние было хорошее. И сегодня как бы все было нормально. Вышел, готовился и старался играть свою игру. И все. Сегодня вы играли в большинстве, а когда Даррен был на 10 минут у Зеленых или единственным защитником, а в большинстве, как вам такой опыт сегодня? Ну, мы уже это было, мы-то я тренировался как-то в большинстве, так что ничего нового, и поэтому мне нравится играть в большинстве. Рад, что сыграл хоть и немного, понравилось очень. Спасибо большое, вам успехов. Спасибо. Будут ли еще вопросы, коллеги? Если вопросов нет, Самат, спасибо, мы закончили. Спасибо.